международный театральный фестиваль «Академия». Сегодня, когда вдруг театр становится таким местом живого диалога, свободного. А вот фестиваль «Академия», мне кажется, имеет все потенциальные возможности показать нашему омскому зрителю все лучшие театральные коллективы мира. За 5 фестивалей на сценах Омска играли самые именитые российские театры. Несколько раз Омск принимал и легендарный театр имени Вахтангова. Это родина нашего великого артиста Михаила Ульянова. Студент Ульянов играет роль беспризорников, пьесы «Кремлевские куранты». Ульянов жил вот здесь недалеко, дом на площади Дзержинского. Последние гастроли в Омске, что он буквально летал. Свое пребывание в Омске вахтанговцы называли не иначе, как гастроли. Будем приезжать к вам всегда и низко вам кланяемся за ваше добро. Стоило войти в театр Вахтангова и сказать: «Здравствуйте, мы из Омска». И увидеть Сибирь. Не умереть, а жить долго и счастливо. И любите театр так, как его любят в Омске. Оле, 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 оле. Ток-шоу «Академия. Начало». В среду в 20:00 на нашем канале.